Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Можно ли как-то почувствовать, что человек думает о тебе? Пишет Елена. Или это просто работа мозга? Такое ощущение возникает, не думаешь ничего перед глазами, порой перед этим человек образ внутри, все переворачивается. Ну, два момента основных, наверное, хотелось бы озвучить, да. Первый момент это то, что вы, судя по всему, говорите о чувстве влюбленности. Вот, как я полагаю. И, соответственно, влюбленность имеет некоторые, так скажем, ну, некоторые свойства, да, некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. То есть влюбленность — это всегда в какой-то степени идеализация человека. Вот, поэтому в данном случае, наверное, идеализация — это, ну, несколько не то же самое, вот что, вот то, о чем вы говорите, к примеру. Это первый момент, на который хочется обратить ваше внимание. То есть все-таки все-таки вещи это разные, да, и, наверное, именно влюбленность как бы смешивать с тем, о чем говорите вы, не представляется сколько-нибудь адекватным и сколько-нибудь корректным. Ну, потому что здесь есть вот некоторые нюансы. Это первое, что хочется сказать. Второе, что хочется сказать. Второе, о чем хочется сказать. Это то, что здесь есть, на мой взгляд, по моему мнению, так скажем, принципиальная ошибка. Вот. Принципиальная ошибка в суждении, так скажем. Что это за... Что это за принципиальная ошибка в суждении такая, да? Давайте разберем ее. Что это за принципиальная ошибка в суждении? Почувствовать то, что думает другой человек. Именно почувствовать то, что думает другой человек, нельзя. Потому что вы можете почувствовать то, что человек чувствует. В данном случае, как мне кажется, все-таки вы говорите про другое. В данном случае вы говорите про некоторую эмпатию. Да? То есть, ну, вы говорите про эмпатичность. То есть я почувствовала то, что чувствую другой человек. Ну, в принципе, это можно. Вот, почувствовать то, что чувствует другой человек. То есть, если вы, если человек на вас, например, гневается, если человек как-то вот, ну, что-то такое чувствует,
то вы можете это почувствовать. Это можете почувствовать. Но для этого нужно неплохо человека знать, чтобы, ну, чтобы это почувствовать. Если вы человека не знаете, если вы человека не знаете хорошо, то есть риск подменить своими чувствами его чувства. Своими, своей готовностью ну, так скажем, своей готовностью что-то испытать. Его реальные переживания. А вещи это все-таки разные. Вот. И путать эти вещи я бы категорически не рекомендовал бы. Это разные вещи. Вот. Поэтому на данные нюансы я бы хотел обратить ваше внимание. На мой взгляд, это важно. По моему мнению, если угодно, это важно. Вот. И дальше уже смотреть, как, что, почему, каким образом и так далее. Сейчас, на данный момент, то, о чем вы говорите, выглядит для меня просто как попытка перенести свою влюбленность, перенести свои, скажем так, чувства другому. Вот. Ну, говорить об успешности подобного мероприятия я бы не стал. Я больше бы выразил такое предположение, может быть, в таком случае, что вы не очень уверены в себе, что вы боитесь быть отвергнутой и так далее. Я бы больше, наверное, выразил такое бы предположение. Имея при этом, конечно же, серьезный риск ошибиться. Имея при этом, конечно же, серьезный риск быть неправым. Вот. Ну, просто потому, что, извините, как бы это, как бы это просто предположение в данном случае. Вот. Поэтому, на мой взгляд, этому я бы не стал уделять вот, ну, такое, знаете, большое внимание и большое значение. Вот. Потому что очень велика вероятность ошибиться. Вот. Хотелось бы узнать также, как вам подобная идея пришла в голову. То есть хотелось бы понять, как вы дошли до этого, как вы дошли до такой мысли, что вот, условно говоря,
можно делать так. Такое ощущение возникает, по крайней мере, у меня такое ощущение возникает, что вы, не имея возможности свои чувства человеку выразить, начинаете их вот как-то переносить, значит, ну, что называется, вот, знаете, присваивать. Начинаете их присваивать человеку. Ну, не самое это хорошее занятие. Вот. Не самое это конструктивная история. Вот. Потому что есть достаточно большой риск в данном случае, ну, как бы, ошибиться. Вот, есть большой риск в данном случае конкретно быть неправой, вот, и жить в мире иллюзий. Поэтому не хотелось бы для вас подобного, не хотелось бы для вас таких переживаний, это достаточно тяжело, вот, это достаточно трудно, вот, это вполне может быть болезненно и еще более травматично. Поэтому я бы сказал здесь, что имеет смысл учиться, скажем так, коммуницировать. Имеет смысл учиться коммуницировать таким образом, чтобы это не вызывало каких-то двоечтений, если можно так вот выразиться. Вот. Понимаете, да? Ну, понимаете, что я имею в виду в данном случае. Вот. А у вас, как мне кажется, подобная модель, ну, что называется, отсутствует. Вот. То есть эта модель, она у вас, или нет у вас этой модели. Ну, вот, как мне кажется, опять же, да, то есть, ну, понятное дело, что могу я ошибаться, вот, и понятное дело, что я могу быть неправ в интерпретации, ну, вот, в данной интерпретации могу быть неправ, но хочется ваше внимание как-то на эти вещи по возможности обратить. Вот. И дальше уже чтобы вы могли разбираться, вот, дальше, чтобы вы уже могли более конкретно опираться на себя, вот, чтобы вы могли как-то
более, ну, качественно выстраивать контакты с людьми. Вот. И по возможности, чтобы не жили вы, ну, в иллюзиях. Вот. А сейчас вот достаточно, ну, достаточно велика эта доля того, что вы живете вот, ну, или что вы можете жить в иллюзии. Такое часто бывает, когда человек вот находится в неком таком, ну, знаете, тревожном состоянии. Вот. К сожалению, такое происходит, такое случается. Вот то, что я хотел бы вам сказать сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. С точки зрения своих, может быть, ценностей, которые у меня есть, и так далее. Вот какая-то такая получается штука. Поэтому не старайтесь свое время тратить на попытку понять другого человека, вот, а старайтесь все максимально проговаривать. Перед этим разобравшись в своих чувствах, потому что вы можете быть отвергнуты, вам могут сделать больно. Это, к сожалению, норма. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!